На сколько миллиардов обеднел Цукерберг и почему Илон Маск поссорился с отцом? Об этом и не только в нашем обзоре. Тушите свет. Во всем мире в 8:30 вечера по местному времени пройдет одна из самых массовых акций на планете – час Земли. Нужно на 60 минут выключить свет и электроприборы. Главная идея – заставить человечество задуматься о катастрофических экологических проблемах и хотя бы один раз в году объединиться в борьбе за окружающую среду. Организатор – Фонд дикой природы. В мире акция состоится 12 раз подряд. Для украинцев она будет 10-й. Тема нынешней кампании – «Поймай связь с Землей». 58 миллиардов долларов потерял за эту неделю Facebook. Акции компании резко подешевели. Причина – скандал с утечкой данных, который разгорелся в прошлые выходные. Оказалось, что с помощью приложения частной компании удалось получить данные 50 миллионов пользователей без их ведома. Теперь в США и ЕС требуют от Марка Цукерберга объяснений, ведь данные могли использоваться во время предвыборной кампании в США и референдума по Брекситу. Основатель SpaceX Илон Маск не общается с отцом, потому что у того ребенок от падчерицы. О сложных взаимоотношениях с сыном британскому изданию Daily Mail поведал сам 72-летний Эрл Маск. Он развелся со своей второй женой 7 лет назад, а позже начал встречаться с приемной дочерью. 10 месяцев назад у них родился сын. От этой новости Илон пришел в бешенство и перестал общаться с отцом. Строили, строили и, наконец, снесли. В Екатеринбурге подорвали недостроенную телевизионную башню. Это было самое высокое здание в городе – 230 метров. Строительство заморозили еще в начале 90-х. Тем не менее, жители уже считали сооружение символом города. На месте башни планируют построить спортивную арену. Выгорающий динозавр. Посетители парка развлечений в Калифорнии получили больше адреналина, чем рассчитывали. Стали свидетелями пожара. Из-за неполадок в электросистеме неожиданно вспыхнул анимированный тиранозавр Рекс. 7-метровый робот сгорел дотла. Никто из посетителей не пострадал.